Захаев. Имран Захаев. Моя кровь на их руках. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули. Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, пустая трата пуль. Вы мазила и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Рядовой Ален, прежде чем открывать огонь, прицельтесь как следует. Очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Укрытие малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы пробить сразу несколько целей. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились.
гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. С возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Давай, бери пистолет. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отсчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Рейнджеры ничуть не хуже той же Дельты и спецназа. Впрочем, командованию, как всегда, виднее. А еще это работа по прикрытию. Мы вообще начнем воевать, или так и будем всю жизнь нянчиться с котиками и Дэнни? Зачисти первый сектор. Ну, давай! Прекрати стрелять от ведра, посмотри в прицел! Прицеливайся, рядовой! Рукопашную, ножом! Все чисто, прыгай! Последний сектор, давай, вперед! Вполне прилично, хотя тебе есть куда расти. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. На тот берегу и выходит на связь.
Все по местам. Начинаем движение. Армия в истории человечества. Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу! Через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий запад. Вас понял.
Следите за переулками. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет. Просто наблюдают за нами. Зуб даю. Это разведчик. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Не вижу, парень. Всем хантерам это сержант Коули. Приготовиться к бою. У нас есть снайперский огонь с нескольких позиций. Прием. 2-1, уйдем.
Это Хантер 2-3. Спасибо за помощь. Мы уезжаем на Хаммере Хантера 3. Отбой! Вас понял, 2-3. Лечу на следующем. Вы отлично справились с задачей. Рядовой Ален, поступаешь под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем. Ален, на марш! Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Она залог выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде.